Not. Ну и развалюха. Больше похоже на берлогу нищего, чем на дом маркграфа. Интересные у Лютика друзья. Следы ног. Какое-то письмо и бутылка. Вино года твоего рождения и отличное, неожиданный букет непременно попробуй. Только, пожалуйста, положи потом бутылку на место. Год твоего рождения. Может, это про Лютика? Или про Цири? Годы 1245-1254. Какой-то щелчок. Кажется, в соседней комнате. Комната. Наверное, здесь Лютик и остальные готовили налет. Масло виверны. Цири. За мной следит Менге. Это он перехватил сокровища. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Сахар. И какие-то комочки в масле виверны. Калий? Похоже, бомбу собрали тут. Инструкция по сборке бомбы, написанная неким Калькштейном. Не ожидал тебя здесь увидеть. Особенно в обществе Трис. Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии. Очень мне любопытно, что это за руны на бомбе. Тебе это также любопытно, Трис? Нет, но мне заплатили. Обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалистку. На самом деле Трис здесь за идею. Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев. А я смогу ей помочь. Если верну казну. Кстати, или как говорят в Боклере, апропо. Ты не узнал, кто попер мое золото? Постой. Сначала скажи, зачем пришел. Мы договаривались, что если я что-то найду, то сам к тебе вернусь. Вроде так, но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть, все ли в порядке. Сердечно благодарю. Теперь можешь спать спокойно и запомни на будущее. Я умею о себе позаботиться. Ты заботишься о себе, а я о себе. Господа, я польщена, что мне довелось увидеть эту словесную дуэль. Только помните, что в отличие от вас, я, выходя в город, рискую жизнью. Поэтому очень вас прошу, давайте к делу.
Ты напрасно беспокоил Трис. Бомба нас больше не интересует. Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну. Начальник храмовой стражи, некто Калиб Менге. Вот, пожалуйста, Меригольд. Не только заработаешь, но и отомстишь. Геральт, ты не будешь столь любезен рассказать, как ты это узнал. Умираю от любопытства. Хенкель мне рассказал. Старикан неплохо себя чувствует. Он просто инсценировал смерть, чтобы сбежать от кредиторов. Интересно. Я не знал, что у него были долги. Были. А Менге обещал, что покроет их в обмен на помощь при ограблении, так что... Геральт, ты, как бы это помягче сказать, пиздишь. Если ты решил, что я поведусь на эту неизвестно откуда взявшуюся байку, ты меня плохо знаешь. Ну хорошо, я соврал. Наполовину. Я слышал о полульвах, полуорлах. И даже о полурыбах, полулюдях. Но ты не убедишь меня, что на свете бывает полуправда. И все-таки попробую. Хенкеля я не видел, но твоя казна действительно у Менге. И узнал ты это с помощью хрустального шара. Может и так. Профессиональная тайна. Ты что-то от меня скрываешь. А я это ненавижу. Больше, чем Нильфгард. Но в конце концов, мы работаем вместе по расчету, а не по любви. Кроме того, в твоем вранье должна быть хоть доля правды. Менге последнее время швырялся деньгами, хотя, по моим сведениям, у него не должно быть ни медика. И что теперь? Как я слышал, Менге по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуний. В доках. Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом. Ага, значит, мы делаем всю грязную работу, а ты сидишь сложа руки. Дорогой мой, если я могу кого-то использовать, я так и делаю. Очень удобно. И безопасно. Давай, признайся, ты же боишься Менге. Разумеется, я его боюсь. Он очень опасный сукин сын. Полагаю, Трис со мной согласится. Я бы сформулировала это иначе. Но с общей мыслью я согласна. Сомневаюсь, что Менге по своей воле нам что-нибудь расскажет. Я тоже. Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку, которых столь многое объединяет. И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь. Что мне и нужно. Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми. И с моей казной. Иными словами, ты нами играешь. Играю? Что вы. Я просто направляю объединяющие вас чувства. Ну, голубки, мне пора. Удачи! Я думала, ты возразишь, что мы... Ты понял. Я не исповедуюсь Дикстри в сердечных делах. Верно. Я бы тоже не стала плакаться ему в жилетку. Но мы отошли от темы. Нам надо вернуть казну. Трис, я должен тебе кое-что сказать. В этой истории золото Дикстра интересует меня меньше всего. Я так и думала. Дело ведь в Цири? Да. Менге где-то держит Лютика. А Лютик с ней виделся. Это все меняет. Слушай, встретимся на рассвете у часовни Вечного Огня, на восток от порта. Подумаем вместе, как попасть в казармы охотников. Идет. До свидания. И спасибо тебе. Цирюльник должно быть колдун. Дочь твою за один ветер. Наверное. Ну да. Сам не знаю. Давай, Ботва!
Само твое присутствие оскорбляет вечный огонь. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Все труднее. Развлечься тоже хочется. Порядок есть порядок. Придержи. Смотри, паскаль! Я тоже поверил. За донос наказываю. Давай шанс. Помоги! Никак не сдвину эту проклятую плиту! Наверное, те, кто положил ее на саркофаг, предвидели визит расхитителей гробниц. О. А, ты же не знаешь, кто я? Не знаю. Профессор Вермонт Йон. Оксенфордский университет. Кафедра прикладной археологии. Согласно одной старинной карте, в этом саркофаге находится бесценный манускрипт эльфов. Рукопись из Дар-А. Возможно, он прольет свет на конфликт эльфов Айн-Эйли и Айн-Сида. Ну так как, поможешь мне? Ну хорошо, откроем саркофаг. Помоги-ка. Блёда Глебе! Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще 5 минуточек. Что, уже 1358? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда. Эх, вечно со мной происходит что-то такое. Ну да ладно, откроем еще раз. Зачем? Ты видел там хоть один эльфский манускрипт? Я не успел рассмотреть. Может, он положил его под голову.
Будь по-твоему, откроем еще раз. Ну чего еще? Каждую минуту будут стучать, уроды. Хватит уже! Что ты не дал мне с ним поговорить? Может, он знал что-нибудь о манускрипте? Мне не показалось, что он хотел разговаривать. Ну, может, и к лучшему. Ладно, спасибо. Будь здоров. Однажды убери мать нашла бога своего. Хватит! Эй, зима! Опять голова болит. И хотела искать целителя. К счастью, муж объяснил ей, что не целитель ребенку поможет. И взял тогда мужчина дитя свое. И перед пламенем вечного огня положил. И выздоровел ребенок на следующий. Откуда? Из Велина. Там война. Раб! Сестра! Изделище ведьмы суеверия. Трудно тебе тут будет сработать, моя борода. Ну, конечно, сука. Кто лишил тебя? Нет ли здесь этого говнюка? Проще в жопе, сука. Гривийский! И ошибка занят. Вот мы и ищем. Потом надо будет падаль сжечь, не то крысы сбегутся. Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Здесь нет ничего интересного. Тут пусто. Свет его ослепил. Да он будет по лестнице идти. Ну ты! Авось споткнется. Не трогай меня. Дорог разобьет. Давай, Блатва. Только у меня кафтаны попослить.
Не торопись. Осторожнее. Берегись, ублюдок. Рыба должна была быть свежей. Давай, не стесняйся. Пошла. Что, седой, приключения ищешь? Зернышку полная мера придется. День добрый. Видал ты этих бедолаг, что с Велины бежали? Стража в город допустила. У нынешней молодежи в голове сплошной бог. Красавица. Тоже хочешь подзаработать? Какие времена сейчас? Хорошо, что ты пришел. Послушай. Присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле, это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай, если ты приведешь охотникам подлую Трис Меригольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Трис, подумай. Ты правда хочешь по собственной воле идти в логово льва? И к тому же скованный? Да. Я не могу тебе этого позволить. Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше?
Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида, но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего, придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо, а если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстера, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы... Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. Мне все это по-прежнему не нравится. Но что ж поделаешь. Пойдем. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. От Тирас. Трис Меригольд. Ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самые большие, рыбака за ляжки покусают. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. В подвал ее! Полегче, я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она? Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Меригольд. Добро! Бери ее и иди за мной. Да никуда не отходи. Ведьмак.
Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Меригольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Дирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну погоди. Вырву тебе ногти, погоди. Так запоешь вот по-другому. Управимся с колдуньями и за вас возьмемся. Как хотите. Пойдем, ведьма. Покажу тебе, какие чары-мары можно навести обычными клещами. Я сказал никого не впускать. Если только нет сведений о Филиппе Эйхард. А ведьмак говорит, что есть. Каждый может так сказать. Начнем с указательного. Лучше с безымянного. Сорока ворона кашку варила. Но не каждый приводит нам Трис Меригольд. Да, я уже слышу. Сейчас я к ней подойду. Но сперва поговорим. Садись. Выпей, ведьма. Цидарийская. Урожай 1261 года. Год резни в Цинтре. Не вырывайся! Сорока ворона деток кормила! Курт, посмотри, почему госпожа Меригольд так кричит. Может, ей чего-то не хватает? Горячего железа, например. Раз уж мы заговорили о металлах, кубок из серебра. Я так понимаю, ты хотел проверить, не доплер ли я? Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом. Осторожность никогда не помешает. Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное. Ты еще не заплатил мне за ведьму. А охотники уже рвутся ее пытать. И что с того? Ты портишь товар, который тебе не принадлежит. Этому дала. Ублюдок, нет! Этому дала. Успокойся. Со мной ты в накладе не останешься. За Меригольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Ну ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. Да, я спал, Стрис. Но какое это имеет значение, если ты даешь за нее золото? Ну да. А я и забыл, что мутации отнимают у ведьмаков чувства. Нет! Хватит! Я не могу! Крепись, девочка моя! Это последний палец, и мы возьмемся за вторую руку. Этому дала... укусила меня, сука! Тогда мы наденем на суку обруч из двемерида. Это ее успокоит. Ты удивил меня, Геральт. Быть может, мы еще договоримся? Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе. Но догадываюсь, что не поделишься этим задаром. Чего ты хочешь взамен? Я ищу сокровища, которые до недавнего времени находились в собственности некоего Сигеровина. Вот тебе и раз.
Вижу, ты работаешь не только во славу Вечного Огня, но и на преступников. Я работаю на тех, кто платит. Как шлюха. Более-менее, только спектр услуг отличается. Где казна? В Коверском банке. И ее не получишь ни ты, ни Ровин. А я думал, ты хочешь купить сведения о Филиппе. Да, но не любой ценой. Ну ладно, в таком случае выпусти Лютика. Сначала ты расспрашиваешь меня о деньгах преступника. Теперь хочешь, чтобы я выпустил на свободу богохульника и дегенерата? А я-то считал тебя человеком, в смысле, существом с некоторыми моральными принципами. Я не из твоей сказки, это правда. Но чтобы заключить сделку, нам не обязательно соглашаться во всем. Мне и сделка-то не нужна. Я могу просто заставить тебя рассказать все, что ты знаешь о Филиппе. Сомневаюсь. Искренне сомневаюсь. Я человек великой веры. Стража! Ко мне! Хватит болтать! Бой! Все, наверное. Кажется, пронесло. Что случилось? Я думала, Менги проглотил наживку. Проглотил. А потом я спросил про казну. Геральт, мы же говорили, что... Впрочем, это уже не важно.
Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик. Я обыщу его, а ты осмотри комнату. Начни лучше со стола. Нашла что-нибудь? В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Я нашел письмо для Менги от какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики, условные сигналы. А, действительно, смердит разведкой за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить, только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече, и ни слова о том, где она должна быть. Может, Дикстра нам поможет? Он знает все. Ты немного преувеличиваешь. Не уверена. Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстра обрадуется. Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое. Ладно, тут искать больше нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. Здесь мы разделимся, но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно. Мы оставили здесь слишком много следов. Да. А кроме того, мне надо выпустить пар. Послушай, есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Хватит. Я убираюсь отсюда немедленно. И тебе советую сделать то же самое. Ага. Только не через телепорт. Пока, Трис. Thank you.
Эй, там! Господин Райвен просит на пару слов! Вот же нетерпеливый сучий сын. А? Ничего, я скоро буду. Эй, ты, ворчонок! Плохое ты время выбрал... Кого я вижу? Геральт из Ривии. Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками. Нет. Мои деньги в Коверском банке. Это ключ от сейфа, в котором они задепонированы. Ну и ну. Ты заслужил медаль. Посылы можешь оставить при себе. Меня интересует награда. Геральт, все ведьмаки такие бесстыжие или только ты? Что ты имеешь в виду? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну, но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Да что с вами? Зато я любезно помог тебе с казной, так что не надо истерик. Я не шучу, Геральт. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь переживу. В этот раз, да. Ну хорошо. Пора свести счеты. Это угроза? Напротив. Ты мне помог. Так что тебе полагается награда. Несмотря ни на что. Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком. Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать. Кажется, какого-то шпиона. Он подписывается как Емурлак. Беда в том, что в письме от него написано, как организовать встречу, но ни слова о том, где. Разрушенный дом в застенье. Дай сигнал, и он придет в тот же день, перед полуночью. Может, я и не должен спрашивать, но... Дикстра, откуда ты это знаешь? Угадал по полету птиц. Твой сарказм уже утомил. У меня есть недостатки похуже, поверь мне. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Источник вполне надежный. Это могло бы объяснить, почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным, чтобы ломиться из большой четверки. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темелец. Бывший командир славных синих полос. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется.
Ты озверел? Ты меня достал, Седой. Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Эх ты, растяпа! Геральт из Ривии. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты и тут бывал, и там. Только ведьмака этой брат. Но! Ты что о себе возомнил? Эй, ты! Честь и отчизна! Человек, с которым мы должны встретиться, уже, наверное, ждет. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Пойдем. Что-то здесь не то. Посмотрим. Говорят, что это королевская игра, что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Не знаю. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы.
выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Король видит шахматную доску иначе. Злейшие враги окружают его. Собственные пешки могут запереть короля в западне.